Тут такие старые печатные машинки продаются. Всякие картины. Культурно торговать. А внизу еще подписано «Почетный труд». Культурно торговать, почетный труд. Есть. Нож для сыра. А по какую цену такой? 2000. 2000. Прикольно. По соседству с Мариной есть продавец под зеленой крышей, у которого много интересного товара. Тут такая вазочка милая. 2000, бренд Халахаза, если я не путаю. Мокренькое все после дождика. Тут, конечно, темновато. Такое блюдо кала. 500 рублей всего. Большое. У меня есть молочник точно с таким же рисунком. Тамаки, васильки. Такая карманная пепельница. Это, наверное, чтобы потушить, да? Брату младшего приятного. Да, Вэджиот? Какое интересно. Это что, пожар? Пожарная сигнализация? 1200. Очень хорошенькая. В идеальном состоянии, по-моему. С деревянной ручкой 2500 сказали, да? Такая, с рыбой. Или это волк? И еще вот такие вот две есть. Они по две. Нет, это он просто с вами такой. И мне вот это вот нравится. И корница. Наоборот. Не знаю, ножичек от нее или нет. Красивая. Такая маленькая рамка в прекрасном сохранении. Сюда можно вставить любую фотографию. Латунь, по-моему, 2000 сказали, если не буду. Интересно, кстати, смотрится. Сюда будет стекать свечка. Продавца нету. Такие подсвечнички. Но мы там еще не проходили. Такие подсвечники 200 рублей штучка. Красивые. Но без клейма. Он очень такой красивый. Также на рынке много пластинок. И здесь новогодние игрушки. Цены подписаны. 100 рублей, 800, 200. Ну, конечно, да. Такие интересные игрушки. Заколочка. А, это заколочка, да? Красивая. О, у меня бабушка любит жабок, да. Это больше лягушек. На жаб даже похоже, да. Наверное. Ну вот она и лягушек, жаб, все вот обожает из этой серии. А какую цену вот такие вот? Это брошечка, вот да, это тоже? Стоит 600 рублей. Угу, такая красивая. А что это за камушки? Чехословакия. Это стекло. Стекло? Чехословакия. Красивая. Такая. Что тут еще интересного есть? Всякие украшения под платье. На праздники, да, красиво. Такая красивая штучка. Это посеребрение, но жемчужина натуральная. А какой она цена такая? Какую цену? Угу. 400 рублей. Всего 400 рублей. Нежная. Да, красивая. Да. Даже под свадебное платье не красиво будет. Деликатное. Да, нежное. Украшение. Да, тут еще брошечки. Такая черепушка. Брошечка тоже такая. Черепашечка. Она современная. Она, конечно, не винтаж, но такая. Но такая... у нее двигаются ножки. Да, прикольненькая. Движение такая вся. Интересная. Надо снять перчатки, а то в них не очень удобно. Здесь вот колечки интересные. Смотрите. Как красиво. Такое. Я люблю все жемчужное. Просто обожаю. Можно его даже носить на фаланге. Очень нежные цены, кстати, у этого продавца невысокие.
Она смотрит мои видео, поэтому я передаю ей привет. Здесь вот, конечно, украшений большой выбор. А то некоторые говорят, что я снимаю одни тарелочки, тарелочки. Ну вот, немножко разнообразим, да? И вот такие вот интересные вещички мне нравятся. Ими можно платочки зацепить, шарфик, чтобы не падал. Такие вот с камушками есть. Я все забываю спросить имя продавца, потом спрошу. Чехословакия? Угу, богемия. Такие. Все одинаковые, с гвоздичками. Хрусталь. Тяжеленький, кстати, такой ежичек. Это шкатулка. Я так поняла, она... Лимож. Такая маленькая миниатюрочка. А, да, это как украшение, да, на стол, ну, так на стол или как? Украшение. Шкаф. Можно подвешивать, а можно и поставить. Да, я видела, да, такие на подставочках они, лимож. Красиво. А какую цену? Это кобальт, да? Это кобальт, да, 500 рублей. 500 рублей. Я такие на блошинке гораздо дороже видела. Да? Да. Там такого же плана не были, да. Значит, у нас хорошая цена. Да, да, у вас хорошая цена. Такие подставочки, можно сюда стаканчик такая поставить. Вазочка очень интересная. Да, маленькая. Цвет такая. Какой. Цвет. Такая. Да, сухоцвет сюда какой-нибудь поставить. В ванной или на стол. Да, эвкалипт даже красиво будет смотреться. Это китайская. Китай. Симпатичный цвет под мою шапочку. Сегодня у меня шапочка синяя. Под накоточки, под шапочку. Да, мой любимый цвет. Красиво. Такая масленка хрустальная. Кстати, увесистая такая крышечка, тяжеленькая. Просто на стол поставить либо на праздник, на масленицу. Туда масло положить, будет очень красиво. И вот эта вот очень нежная такая конфетница, это, да, или джемница. Мне нравится здесь рисунок прорисован, я не знаю, видно или нет. Колоски такие. Такие нежные тарелочки. Большой.